В Якутии необходимо увеличить объемы производства цельномолочной продукции. Об этом заявил Егор Борисов во время выездного совещания по вопросу финансового обеспечения заготовки молока в республике, проведенного в селе Намцы Намского района. По мнению руководителя региона, в республике необходимо формировать региональную политику в области заготовки и переработки молока, адекватную новой экономической ситуации. Анализ производства молочной продукции показал, что большинство сельхозтоваропроизводителей Якутии производит сливочное масло. Заготовкой молока в республике сегодня занимается около 20 районов. В основном это районы Центральной и Вилюйской группы. По данным первого заместителя председателя правительства республики, министра сельского и хозяйства и продовольственной политики Якутии Петра Алексеева, от общей заготовки молока производство масла сливочного по прогнозу составляет более 63%. В этой связи Егор Борисов предложил сократить количество маслоцехов, переведя их на цельномолочное производство, а производство масла оставить в заречных районах или в труднодоступных населенных пунктах. Yeah.